Всем привет! С вами Мария. Я хочу попробовать реанимировать свою орхидейку. Я стала замечать, что у нее тургов листьев стал не таким плотным, как раньше. Видно, что листики сохнут. Вот. Я раскопала корни и обнаружила, что они сгнили. Там было все черного цвета. Я, в общем, решила попробовать реанимировать ее. Обрезала все черные корни и присыпала углем. Остался вот один корешок только, единственный. Ну вот, посмотрим, что с ней будет попозже. Вот, поставила над водичкой, опустила корешок в воду. Вот сейчас начало февраля, посмотрим, что будет дальше. Спасибо. До новых встреч.